Наверху. Наверху. Задание обещает быть коротким. Ладно, все за мной. Смотреть в оба. Походу, наш клиент отработал. Весьма недурственно, кстати. Тебя никто не спрашивал. Чш. Че там, сержант? Двигаемся. Дистанция 5 метров. Туда. Лагерь Игуайра там. Адская перестрелка. Видать, тут и люди Игуайра. Два трупа. И все. Зря время теряем. Стоп, стоп, стоп. Вашу мать, он же труп, ядрен батон. Мы что, будем сидеть, ждать, пока горе-эксперт доложит то, что мы и так знаем? Игуайр жив. Иначе бы они по-любому забрали трупы. Точно, это подсказка. Наверняка Игуайр оставил. Вроде совпадает по сетке. Значит, нам нужно идти вверх по течению. Ладно. Вызывай Флина. Флин свалил, Хэк. Час от часу не легче, блин. У нас гости. Это ПК! Укрытие!
Давай тащи РПГ сюда с террасы. Зачем эти ублюдки на нас лезут? Хотят убедиться, что у нас нет игуары. Я говорю вам, наверняка он все еще жив. И какой план? Вызываем Флина и уходим? Потому что не хватает оружия. Так, допустим, мы хотим найти коробочку. Не люблю я реки. Главное, ушами не хлопай. Дерьмо, а не оружие. Как думаешь, Брэд вот нам все говорит? Страшно мне знать. Я пехота, а не долбанный спецназ. Просто делаю свое дело. Ладно, у меня есть идея. Эй, да не виляй ты. Все в ажуре. Не, ребят, послушайте. Если на нас напали военные, они должны состоять на довольствии. У кого? Верный вопрос. Думаю, у кого-то, кому нужен игуар. Ща, ты видел? Птицы, наверное. Не знаю. Может. Не отвлекайся. Чувак, я точно что-то видел. За нами следят. На кой ляд они за нами следят? Погоди, я тоже видел. Вон там что-то есть. Да, гусь шевельнулся, видал? Нет,
Ну, не знаю, дерьмо какое-то. Марло, выведи нас отсюда. О, зашибись, приехали. Так намного лучше. Выходим, идем пешком. Когда-нибудь приедем в такое местечко, а по нам не палят местные. Ага. Держи карман. Я думаю, нужна пушка побольше. Призрак, это Браво-2 главный. Давай на закрытую частоту. Слушаю, Браво-2. Прием. Призрак, мы попали в засаду голожопых партизан. Пойдем вверх по реке, искать Ягуайла. Но с оружием тебя. Понял, Браво-2. Тут кое-чего есть в загашнике. Рвеет на черный день. Бак почти сухой, но для вас взлечу. Спасибо, призрак. Ладно, пошли. Ничто не разгоняет кровь, как небольшая засада. Как голова, сержант? Давайте просто найдем гребаный ящик, пока они не прочухались. Все найденное оружие храним здесь. И сможем потом... менять его у любого такого ящика. Ясно? Да, сержант, спасибо. Я не знал, как они действуют. Призрак. Груз получен. Спасибо. Ништяк, Браво-2. Рад помочь. Конец связи.
тратим на Тильгуайра. Брэстон, укрытие! Кажись, на лодке дальше не пройти. Полная засада. Это что, лесопилка? Эгуайр наверняка сюда пошел. Иначе бы они патруль не выставили. Давай, Хэган. Ну нет, только после тебя приду. Кажись, на лодке дальше не пройти. Полная засада. Это что, лесопилка? Эгуайр наверняка сюда пошел. Иначе бы они патруль не выставили. Давай, Хэган. Ну нет, только после тебя приду.
Один вот там. En punto, justo allí. No los veo. Чисто!
Бежать! Там снайперская позиция. Держит реку. Марлоу, он твой. Давай по-тихому. Бежать! Там снайперская позиция. Держит реку. Марлоу, он твой. Давай по-тихому. Бежать! Там снайперская позиция. Держит реку. Марлоу, он твой. Давай по-тихому. Это русский? Куда его тащат? Понятия не имею. Но есть идея насчет того, как узнать. Марлоу, мы подберемся поближе. Ты валишь охрану с плетки. Под раскаты грома давай, понял? Уже поздно сказать, как жаль, что я сам не допер. Да. Все, мы пошли, будь начеку. Узнаем, куда его увезли. Один на пристани. Дождись раската грома и вали его. Огонь по готовности. Прекрасный выстрел. Двигаемся, сержант. Пошли. Две цели на дальнем причале. Дистанция до цели 7-2. Ветер 5 узлов. Жди раскат грома. Молодец. Двигаемся дальше. Понял. Враг на 12 часов. Жди раскат грома. Огонь. Отлично сработано, приятель. Еще двое рядом с офицерами. Подожди, пока отойдут. Огонь по готовности. Огонь по готовности. Офигенно, Марлоу. Все чисто. Так, держим позицию, парни. Будем слушать. Мы получили, что нужно. Все чисто. Взвод, ко мне.
что ж, уже лучше. Вообще не понимаю. Кто на войну в ковбойских шляпах? А, ковбои? Черт, да ковбои никогда не воевали. Далласские ковбои каждое воскресенье воюют. Иногда по понедельникам. Давайте найдем Гуайра, ладно? Стоять, стоять. Растяжка. Черт, как ты ее увидел? Чуть ее Человека-паука сработало.